Добрий вечір. Це ток-шоу «Ми». Мене звати Дмитро Кобець. У військовому конфлікті в Афганістані з 1979 по 89 рік загинуло 116 уродженців Кіровоградщини. Більше 120 після повернення стали інвалідами. 15 лютого в Україні відзначили 28-му річницю виводу військ з території Афганістану. Цю дату традиційно відзначили вшануванням воїнів-інтернаціоналістів у великих і малих містах і селах. Давайте подивимось, як це було в Олександрії та Кропивницькому. Урочистою ходою від Соборної до Європейської площі пройшли олександрійські ветерани-афганці 15 лютого, де біля меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг. До пам'ятного меморіалу присутні поклали квіти. Далі воїни-афганці вирушили на центральне кладовище, де поховані загиблі в Афгані олександрійці. До 28-ї річниці виведення військ з Афганістану та дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в обласному центрі влаштували ходу. Близько півтисячі людей рушили від площі Героїв Майдану, пройшли центром до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь Кіровоградщини. В руках тримали фотографії загиблих. Полеглих вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти і відслужили панахиду. Обласна влада підписала тристоронню угоду з організацією ветеранів-афганців. Документ передбачає фінансову підтримку спілки. Ми не випадково зосередили увагу на Олександрії та Кропивницькому, власне, і мої гості сьогодні із цих двох міст на Кіровоградщині. Я навіть скажу більше, що ці мої гості, ці люди, учасники збройного конфлікту в Афганістані, вони, власне, представляють дві військові частини, якщо правильно сказати, вертольотників і наш спецназ кіровоградський, тодішній кіровоградський тоді. Так, власне, хто прийшов? Віктор Миколайович Коваль, учасник бойових дій в Афганістані, 81-82 роки, так? Військовий прапорщик, бортмеханік вертольотів Мі-6. Добрий вечір. Добрий вечір. Валерій Миколайович Безверхий, учасник бойових дій, двічі служив, вірніше, двічі був в Афганістані, пілот вертольоту Мі-6. Сумарно десь 700-800 годин нальоту. Добрий вечір. Добрий вечір. Павло Вікторович Тищенко, голова організації ветеранів Афганістану, місто Олександрія, бортінженер Мі-6, 409 бойових вильотів. Добрий вечір. Добрий вечір. В'ячеслав Кузьмович Іванов, учасник бойових дій в Афганістані, 85-87, начальник особового відділу військова контрозвідка 56-та десантно-штурмова бригада. Добрий вечір. Ну, не вперше в нас є в нашій студії. І Михайло Михайлович Курах, учасник бойових дій з грудня 79-го. Про це далі скажу. У складі спецзагону. Ну, в принципі, хто трошки знає історію Афганістану, ці дві фрази багато про що говорять. 79-й рік і у складі спецзагону. Тобто, фактично, ну, Михайло Михайлович був там одним з перших. Добрий вечір. Добрий. Власне, згадуємо ми Афганістан. 28 років пройшло, робимо. Ми в цій студії, от скільки ток-шоу ми, 6 років вже як, робимо це постійно, робили і до того. А тільки ось обставини змінюються, тло, на якому ми це робимо. А що таке тло? Сучасні політичні події, економічні події, життя самих афганців, як вони прожили цей рік, які в них стосунки з владою, якщо хочете. Про це, власне, і говоримо. Питання традиційне. Давайте з вас. Тому що... Командир. Командир. Да, давайте. Міняються спогади з роками? Чи спогади ті самі, тільки оцінки змінюються в залежності від того, як я сказав, що яка увага з боку держави, як вшанували, чи провели мітинг? Від чого залежать ваші спогади, ваші емоції, коли ми говоримо про Афганістан? Вопрос сложный, я скажу. Дело в том, что когда мы пошли в Афганистан, я не думал, куда я иду, что у меня приказ. Тревога, нас по тревоге собирали. Я был два раза в Афганистане. Первый раз собрали нас куда? В Афганистан. Все, загружаем наземников полностью, экипировка и вперед. Никто об этом не знал, куда я выполняю задачу свою.
долетели до Саратова, мы нас, мы шестых вернули первый раз. Вернули, мы сами пошли прямо, вот вместе с товарищем, который там начинал служить. Проходит меньше года, я попал в Кундуз, в Джамбурский полк. Нас четыре экипажа без прапорщиков, командир правый, штурман, бортехник, присылают на пополнение. Попадаем мы в Кундуз, в Джамбурский полк. Когда мы туда прибыли, то там, сказать, замена, они уже год прослужили. Оказывается, это не замена, а пополнение. Каждый второй, желтуха переболел, тиф, малярия, каждый на пятый, седьмой. Ну и каждый день полеты, короче. То есть отношения нас приняли очень хорошо. Мы служили как бы, ну, в одной большой семье. Не как, ну, как свои пришли, там мы летаем и так далее. Второй раз 84-5. Но когда сюда пришли, мы же отношения, конечно, уже совсем немножко... Мы общаемся сейчас. Вот сейчас это был день Афганистана. День это. Мы все собрались. Приходишь туда с большой радостью увидеть людей. Отношения государства к нам... С каждым годом все забывается немножко, забывается. Вот пока еще АТО существует, пока еще их не забывает. Уже поговорят, там год и те заберем людей. Сейчас вот я говорю, сейчас АТО закончится, все это потухнет. А чому? Є трошки точка зору, що навпаки, завдяки тому, що, ну як завдяки тому, що існують у нас учасники АТО, і фактично, ну, це дає змогу не забути і про вас, про афганців. Я чому я говорю, да. Тихонько льготи забирають. Потихоньку убирают, сокращаются. Сейчас это то закончится. Уже есть разговор о том, что по газу, льготы по забрать свету. И дать. Да, сокращают. Но тем, вы сказали, даже, что... Да. Тем не менее, ведущий абсолютно прав, что раз есть уже новое поколение участников боевых действий, то тогда в какой-то степени и о нас могут не забыть. А так могли бы и забыть. Пока история, так сказать, нас пока отводит подальше. Но война когда-то закончится. Они будут такие же участники, как и мы. Они уже такие, как и мы. И попадут в ту же категорию, что и мы. Да. Вы сказали, что пришли туди и фактично, ну, в Джамбул, так? Да, Джамбурский полк. И там же рік хтось, ну, служили ваши коллеги. Ви сказали, жовтуха, тиф. Що нас туди визвали? Командир полка... Я до чого веду? Які враження? От перше, що? Що там? Перше питання яке? Ну як? Ви у них питаєте, у своїх колег. Тепло, хорошо. Але жовтуха і... Ну, це... Ніхто не обращав увагу. Так, без цього ж куди діться. Це робота є робота. Ми тоді були молоді, не задумывались, допустим, к политике, никто практически не касался, да, не вникали вот эти дебри там политические. Просто было принято воинская присяга. Командование сказало, надо выполнять интернациональный долг. Все Родина приказала, мы пошли выполнять интернациональный долг. Были свои нюансы, конечно, особенно поначалу, там, нехватка медикаментов, ну, как на любом... А потом все втянулось, построились, там, сделали прекрасную баню. Допустим, у нас там условия были бытовые, намного лучше, вот с ребятами с АТО, с которыми мы встречаемся, ну, конечно, разговариваем. Да. Чем те, которые сегодня в АТО? Да, чем те, которые на своей территории. Да. Враховуете климат? Там было минус 20 месяц назад там на оккупированных вот районах. А вы знаете, что этот холод легче переносить, чем жару? Я вам серьезно говорю. Да. Когда круглый год температура за 40, плюсовая. Около 50. Да, вот да, я... да. Вот в жару все инфекционные заболевания. С ребятами вот разговариваем в АТО, не помыться, не побриться, воды нет и так далее, то на своей родной земле, да? Да. У нас баня была, мы сами построили баню. 50 кубов воды бассейн был. Это в той стране, где проблема с водой. Ви сьогодні спілкуєтесь з атовцями, я так розумію. Ну, звісно. Ні, я просто хочу зрозуміти. Вони кажуть, ну, по-перше, ви старші за віком. Ну, їм в середньому там десь за 30. Ну, 30. Біля 30. Вам за 60. Ви старше покоління, однозначно. Вони середні. Говорять вам, що... Та ні, все, ми розуміємо, що ви обстріляні, тобто ви, що ви теж воювали, але то були інші часи, інша тактика, інша країна. Про гібридну війну ніхто тоді не казав взагалі. Тобто не можна порівнювати, що було тоді в Афганістані і сьогодні ось в зоні АТО? Можна. Можна? Можна. Провести аналогію. Хоча гібридна війна, на самом деле, вона була в Афганістані. Так же само все. Все так же само. Партизанська війна була. Да, партизанська війна, тут же так же само. Там, і, так же само називали їх і
сепаратисты, и там же это называют маджахеды, тоже все то же самое. Но мы с ними общаемся, и мы их понимаем. Но они сейчас несут, как вам сказать, у них больше страданий, и, чем у нас было. Мы, у нас за нашими плечами стояло государство, мощное государство, СССР. Вы понимаете, в чем дело? А за ними, я даже не пойму. Як за ними? За ними ми. Ну, за ними. Ви, я. Ну, я не бачу, на словах, да. На словах, ну, да. На самом деле. Одна особенность, одна очень важная особенность. Мы поехали в Афганистан, кадровые офицеры, военнослужащие. Подготовленные и все это. А здесь же, говорится, как комплектовались. Я вот тоже участвовал. Да, 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 да. Именно хватали с улицы ребят, говорится, и туда. Без всякой подготовки. Мы здесь вот сформировали батальоны. Только перед самой отправкой дали стрельнуть один раз. Это ну, уже, было и такое. Да, это было такое. А что такое неподготовленных людей бросить туда? Это и психологически, и по военной области, и вообще так, что им важче. Вячеслав Кузьмин, что сказал перший президент? Ну, власне, не только он. Маємо те, що маємо. Ну, на той момент не було в Україні в армії. Сьогодні вона, слава Богу, є. Ну, можна стверджувати, така чи інакше є. Особливо, якщо ми будемо говорити про війська особливого призначення. Так, Михайло Михайлович? Так. Ну, вас то хоча б тішить, що принаймні наші, ті, які стоять сьогодні в парку Ковалівському? Я вам скажу, що наш спецназ, він був і в Афганістані один із лучших, і зараз він себе показав весьма-весьма дуже слушний, тому що він підготовлений. Да, підготовлений, і второе, він і психологічно підготовлений, і в воєнному відношенні підготовлений. І вони, дійсно, коли в аеропорту були... І вони... в той же час, якщо взяти, допустимо, молодих ребят, ну, от я був, коли в Афган, да, мені було 31 год. Ну що я там... Древний был, что ли, или там уже умудренный каким-то жизненным опытом, нет. Молодой парень, да. А были ребята, особенно там в пехоте, да. 18-летние пацаны. 18-летние пацаны. Ну так, срок служили 2 года, не полтора месяца, да, как сейчас. Были случаи, конечно, что там сдвиги были, все, но основная масса отслужили. Поступали в высшее учебное заведение, учились, работали. Я знаю многих ребят, вот в госпитале лежал кировоградский парень. Так разговаривали, что мы ты где? Да, я служил срочную службу в Афганистане. Но это не дало ему поводу вести себя не по-людски, как сейчас некоторые товарищи САТО, там, не пить водку до полусмерти и так далее и тому подобное. Ви одразу фактично ставите ключове питання, мабуть, сьогодення або навіть цього ефіру. Ми тут неодноразово говорили з психологами, волонтерами, військовими, учасниками АТО. Ось є такий термін ПТРС – посттравматичний синдром. Так? Це, очевидно, сьогодні проблема для України. Поки що вони не мають таких масштабів, але вона може вистрілити, тоді втримати буде важко. Для вас, ви це чуєте, по телевізору говорять, ми говоримо, там, просто в інтернеті пишуть. Для вас це було тоді проблемою? Звісно. Конечно. Я вот сейчас отвечаю за себе. Не было ни одного дня, чтобы я не вспомнил за Афганистан. Ни одного дня. Вот уже прошло 28 лет, а то больше, я был в 82-м году. Ни одного дня не было. Почему? Потому что я встречаю своих боевых товарищей. Ну и, вы понимаете, я живу этим. Была жизнь до Афганистана. И после Афганистана. Ну, Витя, ну как бы там ни было, смотри. Ну, да. Ну, да, одно дело вспоминать, да. А в другое время, чтобы у тебя на ровном месте крыша ехала. Это разные вещи. Все правильно. Ні, ну просто тут можна то згадувати теж по-різному, згадувати, ну... Совершенно верно. Ну, да. Ну що вспоминаєш, що вспоминаєш? За Афганістан хороше, тільки хороше. Вспоминаються там некоторі плохі моменти. Ну, в основному, за годами це все стирається, в основному. От я сьогодні сюди, ми їхали, я извиняюсь, сюда мы все ехали сегодня в машине. Это разговор за Афганистан завели. Ну, вот мне Павел Викторович много рассказывал. Он про Сибирь рассказывал, там был в далеких местах. Много интересного. В гарному разумении этого слова. В далеких местах. Да, да. Не, работал там. Так, так. Я жартую. А я сейчас сам себе говорю, а ты знаешь, я сейчас думаю даже, ну, что так, судьба как бы распорядилась. Даже, ну, даже хорошо, наверное, что Афганистан, мне плохо, что там война была. Ну, ты увидел мир, друзей, пообщался там, пожил. Я так вспоминаю сейчас, друзья, мы сейчас встречаемся в Александрии и так далее. И насколько все как-то,
сплачивают, я не знаю, как-то мы как-то друг за друга держимся. И да, по сейчас, очень. И по сейчас мы держимся. То есть нас, Афганистан... Вы понимаете, это монолит сейчас вот... Хоть там много смертей было, вот у нас с Александром Денисовым 11, да? 11 наших 11 погибло. Человек погибло. Вот я, вот так получилось, что я на Ми-6 летал. И первый год, второй. И первый год у нас ни одного экипажа не погибло, ни второй. И, насколько я помню, почти во всех эскадрильях экипаж 2-3, почти во всех. Вот нас так повезло. Вот после рівень нас... підготовки, той самий рівень, чи ні? Нет, чи тут... пощастило теж? Да. Ні. Подготовка, подготовка, пощастило. Друзья, если можно, в афганском синдроме, да, это такая очень серьезная вещь, афганский синдром. Я думаю, что донбасский синдром будет похлеще. И почему? Да, и почему? Да. Потому что все-таки, как бы мы ни говорили, а в Афганистан поехали люди десант. В основном десантники, спецназовцы. Это были люди более-менее подготовленные. Да, они прошли специальную подготовку. Были. Они знали, куда они идут, большей части. Вот. А нынешних с Майдана отправляли. Не хочу обидеть наших готовцев сегодняшних. Ну, когда речь говорит о том, что они тоже прошли большую боевую закалку на Майдане и пошли уже на войну. Я не думаю, что ну, это же не та подготовка, да, Майдана. Сегодня понимаете? Тут профессиональная подготовка. Кадровая армия. Да. Важно, я так думаю, кадры. Что кадровая армия. И в основном спецназ. В основном спецназ. Не, можно? Вот у меня областная организация именно ветеранов разведки Украины, это спецназовцы. В основном это ребята, которые, именно наш отряд спецназа был в Кировограде, с Кировограда был в бараках. Ну, вот мы тоже встречаемся периодически, помогаем друг другу. Но я скажу, что, говорится, большая часть из них была советниками были, то есть создавали афганские именно командосы. Те, которые были именно в отрядах, ходили на караваны, глубокий тыл противника. Это очень серьезное дело, все это. Но я скажу так, что, чтобы сказать, что у кого-то там крыша есть, что-то. Вспоминаем, нормально вспоминаем фотографии. Все. Давайте спробуем пояснить, чому так. Все ж таки, переважний мотив, ну, він такий домінуючий чинник в цьому, що люди, учасники, афганці, не зазнавали такого стресу, як це відбувається сьогодні. Я просто хочу зрозуміти, чому. Перша версія, від мене хай буде, те, що керуюча рука партії, пропаганда в гарному, чи в будь-якому розумінні цього слова, пропаганда радянська, вона була. Нас всі готували віддати життя, готували. Да. Ну, власне, це і допомогло. Тобто, навіть якщо ти страждав, ти думав, що ось там, скажу, Леонід Ілліч, там всі діла. Отряд спецназа, 550 чоловік. Значить, в роті замполіт, в отряді замполіт. Секретарь парткома, вот сколько это именно людей, которые по линии партии. Второе, именно вот эти занятия, которые проводятся. И сами именно бойцы проводили именно работу среди местного населения. То есть, а это надо иметь тоже определенную подготовку. Но в спецназе, я вам скажу, что в тот период брали крыса не просто с улицы, а брали наиболее подготовленных людей, и чтобы они были грамотные, спортивно развитые, и сама подготовка именно заставляла все это дело делать. Но самое главное в том, что эти люди были именно готовы выполнять любое задание. Вот любое задание они могли это выполнить, и были очень сложные задания, гибли. Вот наш отряд понес потери, 65 человек погибшие. Это много для такого отряда. Ну, и один из факторов, возможно, я, конечно, ошибаюсь, да, один из факторов. Вот там ребята и молодые, и постарше, кто были, там вот уже, допустим, отцы командиры, они же постарше тех ребят, которым было по 18 лет, воевали на чужой территории, воевали с другим народом. А тут, как получается, воюют, ну, не могу сказать, что гражданская война, да, ну, гибнут. У кого-то там родственники есть, у кого-то там это самое, да, понимаете, вот агрессия идет, а воюют-то на своей территории, вот он выстрелил, там снаряд пошел, и кто его, непонятно, или он врага убил, или он убил кого-то с наших, с украинцев, с простых смертных людей. Другая война. Да, из гражданских ни в чем не повинных людей, с нашей страны, и это психологически... На війні завжди є жертва. Да. Це не має ось, ну, якось не те, що заспокоювати, але ну. Це має насторожувати.
Вот раз коснемся, товарищ про десанту рассказывал много. Я все-таки хотел рассказать случай. 81-й год. Шиндант. 6 бортов нас прислали из Кундуза. Мы должны десантировать. Я просто к чему-то пример хочу привести. То есть, как здесь война, как в Афганистане. Один там кровь проливал, но на аэродроме простоял солдат, там возле вертолета и казармы. Он афганца такое в лицо видел. А такие, как вот человек рассказывает. Я хочу про него даже рассказать. Это для меня до сих пор стоит, ну, как сверхчеловек. Значит, рассказываю. В Шиндант мы прилетели, 6 бортов. Десантировать роту надо было на площадку, зима. Здесь трава растет на уровне моря, там 2200 превышение, минус 20. Сидим, прилетели, мы, ну, думаем, сейчас, чтобы не успеть, 2 раза не гоняли, там чуть-чуть затянем, туда и назад и хватит. Бегут, бегом, строим, бегом. Прибегают, вот мне чем мне поразило, сейчас 3 квадрата. Прибегают солдаты, ну, каждого тут дисков, сколько только можно пришить дисков этих всяких. Лифчики. Автом... Лифчики. Да, ну, как это там называется. Как вот в песке играются дети. Вот так, так повытирал, все грязные, все. Думаю, как же едут воевать, грязные все. Еще ничего не понятно. Потом, это первый фактор. Потом второй. Ну, мы так говорим, ну, давай сейчас разойдись команду, до команды. После команды разойдись, ну, минут 5, не больше. Все спят. Ну, как можно заставить человека, 100 человек заставить спать сразу? Для меня шок это было. А проходит, ну, минут там... Не знаю, сколько там, около часа. Подъем, строй. Подъем, давай. Построили, стали, поделили там их по 25, это человек. Машины там, 66 и так далее. Разница, рота, десантуры. За красные ручки не браться, там все, чтобы не оторвать, не оторвать, это дверь не отстрелил. Понятно, понятно. Сели, минут 15 проходит, все спят. Ну как, может, человек такой, иди тут воевать. Значит, задача, или, такой вот войска, или нападаешь на бандитов, или в засаде сидишь. Там месяц-два тебе это переколотит, кто живой, передели опять. Вот такая служба. Я так сейчас представляю себе, я приехал с летчиком, отлетали тут все, ну, не сбили, повезло. Приехал, там кормят плохо, там тушенка, консерва. А то выбросили минус 20, где спать будет, что есть? Никто об этом не думает. От він розказує про ці війська. Ну, спецназ. А я, до речі, весь час хотів дізнатися. Просто от, в мене така, от, я коли там дивився фільми раніше, там, або хроніка афганська, у нас, до речі, є кадри, можемо зараз їх переглянути, тим часом поговоримо. Як ви дивились один на одного? Ну, от, наприклад, спецназ і, ну, в даному випадку, вертольотники. Це два роди військ, які, ну, співпрацювали і мали координувати свої дії один з одним найчастіше. Я до чого веду? Спецназівці думали... Ні, мабуть, їм гірше, тому що, знаєте, ну як, в якому сенсі гірше? Злітає гелікоптер, і я чомусь, от коли хроніку переглядаю, я думаю, що він постійно під загрозою Птурса якогось і знищення. А вертольотники навпаки думали, та ні, афганцям, чи, вірніше, спецназівцям гірше, тому що зашлють якусь там пекло десь в якісь там каравани і не знайдуть навіть і тіла. Це справді ось такий... Так, ну, я верно меркую, по большому счету, как-то не было такого, чтобы... Да, в каждой работе, в каждой профессии есть свои плюсы, есть свои минусы. Да мы, допустим, считали, что им вот это, ну-ка, по горам, там, побегай, это же полной выкладки, полной боевой, это самое, там, вместо куска хлеба, допустим, лишний рожок с патронами взять или лишних пару гранат взять это, да, с собой. Вот, думаешь, ничего себе, ребята, молодые парни, это гонять. А они там, вот, да, взлетела. Ну, не дуже молоді. Вам було 40 уже, так? Да. Ну, так я... это ці командири. Да, а ці командири. Ребята, что помоложе я были, 18-20 лет. У меня десантно штурмовая бригада была, она с боев не выходила. Наши александрийские вот, ребята, вертолетчики, в основном, как говорится, и перебрасывали моих ребят. Во. Со время перебрасывали. Ну, я так. Да, и мы участвовали со временем в этих крупных операциях. Да, друг без друга невозможно. На хвосте все. Вертолетчики, спецназ. Да, и мне приходилось с десантами летать, как говорится, с ребятами. Они меня садили за этот штурмана посредине и все это. Но я скажу, что это настолько смелые ребята... Вот, как они садились на горы, на самые высокие горы, садили, поставляли туда боеприпасы, продукты питания, все это. Нашему это генералу армии Варенику, когда взяли Жавару, он дал команду, кажется, коту, это командующий авиацией, всех наградить, кажется, орденом Красной Звезды.
правда, не наградил, а откомандировал, там был случай, но это не в этом. Но самое главное, что вот эти хлопцы, они настолько так себя показали, отлично все это, их откомандировали, и через 2-3 дня они бомбили Чернобыль уже. Именно. Да, ну, еще такой случай расскажу по поводу этих всех соединений, летчиков и так далее. В Полихумрах, тоже, наверное, 81 год, сбили генерала на истребителе. Летал, сбили генерала. Ага. Раньше же там было за генерала одну цену, там афганцы за летчика другую и так далее. Это было все важно. И там покажут по телевизору, там на весь мир, что и так далее, и так далее. Значит, команда была такая, любыми путями генерала найти и взять его. И бросили туда. А он катапультовался, я так разумею. Да, да. Угу. Нет, он погиб. Погиб. Не знаю, сколько там было пехоты, десантуры брошено. Мы прилетели Ми-6, сидим, ждем, когда вся Ми-8 там по верхушкам забирают, там по 3, по 5, где только можно забрать, по всем горах. И мы ждем, сидим, разговариваем. И сидят тут пехотинцы, ну, возле вертолета, ждем же, когда все наберут, там человек 60, и Ми-6 увез. Василий разговаривает, говорит, да, то как вы летаете, то-то-то. А между собой страшновато, а между собой раз. А помнишь, мы там шли там в каком-то кишлаке? Ты как врезал, ну, как они говорят, так я говорю, мозги ж повылетали. Я находил раз, так пошел. Я так слушаю, у меня волос так поднимается. Думаю, когда кому страшно, на вашем страшно лететь. Вот и сравнение. В каждом свои сравнения, вы понимаете? Это лично, сидим, разговариваем. Можно я сейчас хочу сказать о спецназе? Значит, спецназ был разный. Был спецназ воздушно-десантный, был спецназ грушный. И был спецназ, об этом мало кто из наших зрителей знает, был спецназ КГБ. И первыми, кто вошел туда, в Афганистан, это был спецназ КГБ. Не, это было специально офицерский корпус, 79-й год. И все задают вопрос иногда, как, почему началась эта война, что было причиной, и нужно ли было вот это все начинать. Так вот, хочу сказать... Здесь, чтобы все услышали, что все планировалось без войны. Войны не должно было быть. Все, весь эта смена власти, Амина Набубрака Кармаля, она была запланирована силами спецназа КГБ, который должен был в малом количестве, в небольшом составе это спокойно, тихо провести. И... Малой кровью, наверное. А потом оно не сталося не так, как бажалося. Пошло немножко не так. Пакистанские спецслужбы, Соединенные Штаты спецслужбы сработали. Пошла информация, где-то прокол один, другой небольшой, с той стороны, с другой. И закрутилось, завертелось, что пришлось подключать к спецназу КГБ, спецназ ВДВ. А потом... И таким образом в 79-м году появился десантный полк, воздушно-десантный полк Витебской десантной дивизии. Уже в полном составе 21 Антей, с полным, полным вооружением, с личным составом. И вот это как раз взаимодействие спецназа у разных войсковых частей. Вот оно здесь и происходило в самом-самом начале. И хочу сказать, что если бы все это не было подкреплено такими большими серьезными силами, то операция это... могла б закончитися по всякому разному. Вам не здається, що все відбувається по спіралі? Ну, історія взагалі і історія військова, зокрема. Тобто, якщо ми візьмемо сьогоднішній Донбас, ну, фактично те саме. Спроба держперевороту, обмежений контингент вже не з дружньої країни, захоплення ключових точок, але тут, вибачте, різниця в тому, що це таки наша земля. Так, да, і... так я же би там і рив. Інша ж наша земля. Так, воїни воювають. От я ж о чому говорив. Це складно, так. Я іменно в 2013 году написав книгу «Тайна війна» о спецоперациях КГБ і ГРУ в Афганістані 79-89 год. І от, кажется, я привожу пример, как это впервые в таком большом масштабе был применен спецназ и КГБ, и спецназ ГРУ. Именно до 1984 года в Афганистане была всего одна рота, именно кабульская рота спецназа. А действовал в основном, кажется, спецназ КГБ. Главная задача его была не только борьба с маджахедами, а это именно создание спецслужб, я имею в виду управление государственной безопасности Афганистана, в каждой провинции, учить этих людей и ликвидация вот этих банков. Но слишком это все были спецназ, в основном офицеры, подготовленные на особый период.
и потери все это. На смену этого спецназа КГБ в 84 году приходит спецназ ГРУ. 8 бригад именно по Союзу комплектовали отряды. Было скомплектовано 2 бригады. 2 бригады, 15-я и 22-я бригада. Задача была план завеса, разработанный генеральным штабом, перекрыть полностью границу с Пакистаном, то есть поставки оружия в Афганистан. И каждому отряду, в том числе и нашему кировоградскому отряду, в бараках была отведена своя зона ведения боевых действий. Моя десантно-штурмовая бригада именно в пакте тоже перекрывала именно своими разведподразделениями эту зону. Поэтому вот спецназ там, вот и Громов говорит, что спецназ в Афганистане показал себя с наилучшей точки зрения, как род войск. Именно. Вот почему сейчас созданы и в России, и у нас созданы силы специальных операций. Или быстро реагируют. Да, и наш полк вошел в эти силы специальных операций. Почему? Потому что именно в этих гибридных войнах и в этом, что сейчас мы столкнулись о конфликте, что вот эти подразделения, они выполняют особую задачу. Вот и наш полк тоже себя очень хорошо показал и при защите аэропорта, и в других именно. Вот, да, а що, чим ви це пояснюєте? От дивіться, я все розумію. От наприкінці 13-го року тут прийшло все керівництво полку спецназу в цю студію, фактично. І ми говорили тоді про те, що делегація з полку їздила на чемпіонат світу серед спецназу, і вони там посіли там третє місце. Вони завжди займали хороші місця. Я про що говорю? І ви ось кажете, що в Донецьку вони проявили себе, і в інших ключових точках, і відомі навіть певні, нелегально так відомі, певні аспекти певних спецоперацій на Донбасі, де просто наші, це Голлівуд просто. Це круто дуже круто. Як це для себе пояснюється? Це школа? Це гени передались від вас? Обязательно школа. Значить, я вам скажу, що кіровоградський спецназ считался, говорится, в Союзе, в Советском Союзе, один из лучших. И все мечтали попасть сюда. Это называлась Киевская бригада. Киевская бригада. Потому что именно бригады эти спецназы все подчинялись округу непосредственно. И он считался одним из лучших, и сюда приезжали. Именно и подбирали. Вячеслав Кузьмич, просто ви говорили про те, що все погано, армія розвалилася там. Когда? Але тим не. На 14-й рік. Я про що видумовую? Яким чином спецназу вдалося зберегти свою кондицію? А він не розвалювався. Це була завдяки чому? Благодаря тому, що була дисципліна, була вивчка хороша. Вони, кстати, і їздили на учебу і в Америку. Вони іменно соревнування завжди перші місця займали. А головне, що був контингент. Ведь 9-я бригада була однією з лучших. І з 9-ї бригади багато перейшло в 3-й полк. Я думаю, завдяки тому, що там і в тодішньому спецназі Кіровоградському, і в сьогоднішньому нашому кадри полку є просто люди, в яких очі горіли. Я вам скажу, це гарно, що це люди із керівництва. Це про вертольот. Вертольотний полк Олександрійський вважався одним із лучших в СССР. Серед вертольотних. Да. Не то, що там найкращий. По підготовці. Люба задача, днем, ночі, гори, море, любого, хто по Союзу спросиш, там хто десь був, тільки Олександрієць. Значить, отлично все. А это же... Это школа, да, школа. Это школа. А сейчас я просто развалили. Летчиков нема. Это школа, скажем. Вот школа Кировоградского спецназа, а вот школа Александрийского вертолетного полка. А друг без друга мы там в Афганистане. В Афганистане друг без друга не существовать. Так, давайте я повернусь до питання, як ви і в чому відмінність між вами і між учасниками АТО сьогодні. Лише в тому, що то була чужа країна, і це, мабуть, було легше. Морально, да. Морально, да. Да, да, за вас, да. Морально, да. Морально, да. Сейчас тяжело хлопцям. Да. Давайте задаємо той випадок, коли Кіровоградщина вперше, як сказати вірно, коли на Кіровоградщині вперше був травм по загиблих. Один із перших випадків, коли загинули 2 льотчики з вертольотного полку. А ви між собою обговорювали явно цю ситуацію? Ви знайомі з керівництвом полку сьогоднішнього? Ну, звісно. А чим це пояснюється? Чим це пояснюється? Що це за ситуація? Це знову ж таки та ситуація, коли є війна і є жертви. Ви маєте в виду, коли там збили вертольот в зоні АТО? Так. Ну, наші правак залишився. Це приблизно так же, як збили Іл-76 з десантниками. Чого його збили, казалось би. Взяв, прийшов, тут опустив стрілу. Так же і тут вийшло.
Где-то сидит какой-то там, да, и тут, с той стороны летит вертолет, раз запустил, мог бы не попасть, мог бы там его не было живой. Одно дело объяснение. Подготовка рядового, скажем, состава, ну, скажем, в авиации у вертолета нет рядового там состава, да? Ну, вот я имею в виду, экипаж подготовлен. И другое дело подготовка высшего руководства, которые сидят в штабах, которые там делают, ну, такие планируют, довольно-таки умные лица. Угу. Ну, це вот, як спецназ посилати колони охороняти, або... Да, і чим дальше ж от передової, тим, естественно, все ж умнее, здоровее, і так далі. Так от, планування от этого не относится к подготовке экипажа. Экипаж, если подготовлены, ну вот их туда прислали, непонятно зачем и куда, они выполняют. Да, точно так же, как задачу выполняют. Да, да. Привезти туда, отстрелять точно там. Так же, как это правильно нарыл, как самолет сбили. Оказывается, там совсем экипаж-то при чем? Ну, люди-то поняли. Ну, выполнял свою задачу, экипаж. Загрузил, ну, привез. Вот и все. Дима, дело в том, что, как говорится, у высшего руководства сейчас Министерства обороны нет ни одного генерала, который прошел, кажется, войну в Афганистане. А они не призывали именно с запаса этих людей, которые на гражданке. И поэтому именно, как бы, кажется, планирование. А ви знаєте багатьох бойових генералів, яких не соромно сьогодні призвати в армію, повернути в армію? Ну, по-перше, їм багато років. По-друге, чи зможуть вони діяти, ну, за сучасними вимогами, якщо хочете? Я розумію, що у нас Мі-6 як літало, так і літає. У нас же не з'явилась нова техніка? Ні. Ні, розумієте, тут легше. Мі-6 тобто, вже не літає. Мі-6 не літає. Вже навіть не літає. Да, але й нової немає, я так розумію. Немає. Діло в тому, що що таке іменно вище руководство? Це вміння іменно оперативно розробляти операції. Вміння використовувати війська, рада войск. Правильно. Вот я вам приведу пример. В начальном периоде спецназ вообще использовали как пехоту. Вот был случай такой, что Николаевская бригада, этих ребят наших со спецназа, 8 человек, вот давайте идите, посылайте их, говорится, на головной дозор. Они идут в головной дозор. А эту Николаевскую бригаду уже засада, сепары ждут. И эти ребята наши, не имея связи с головной конторой, колонны, они завязывают бой. Завязали бой. Вот. Их всех, говорится, пленили, этих ребят, в плен попали. Но благодаря тому, что они завязали бой, спасли вот эту именно бригаду Николаевскую. Те благодарили. Ну как это? Мы тоже писали именно наверх, что как же можно, что используют спецназ как обыкновенную пехоту, все это, и головной дозор. У них там свой есть головной дозор, это десантная часть, говорится, все это. И в начальном периоде неправильно использовался спецназ, вообще, кажется. Вот. А потом уже... Дело же не только в спецназе. Просто вот нет взаимосвязи между родами войск, потому что левая рука не знает в Генштабе, что делает правая рука. Кто министр обороны был? Да. И кто министр обороны? Кто министр обороны? Да. Что, опыт какой-то есть? Поменяли троих. Где-то поймали. Да. Одного за одним меняли все. Охранник какой-то. Так что до генералов? Есть и генералы, чи ні? Есть, конечно, есть. Есть? Только их никто не призывает. Никто их не призывает. Они же, конечно, есть. Есть генералы. И полковники. Да, полковники, и полковники. Серьезные. Не, ну давайте говорить відверто, что за эти 2-3 роки народилося и когорта таких бойових офіцерів, власне, там вже. Звичайно. В АТО, з майорів, капітанів, якщо хочете лейтенантів. Категорія ротний батальйон. Да. А ми говоримо, за вищий. Ну, екіпаж, командир там екіпаж, от екіпаж. Так і тут, допустим, командир взвода, командир роти, максимум командир батальйона. Да. Которые могут мыслить, которые реально смотрят на реальные вещи. А выполняя поставленную задачу. С высоты кабінета, елементарних вещей не зная, это очень сложно. И что страшное, что именно в АТО, именно войска были. Тылы уничтожены. Благодаря тому, что были у нас волонтеры и все это. А тылы еще именно при министре обороны, это как было, Гриценко, были же уничтожены. И солдаты на передовой готовили сами в котелках, все другое. А тылы были уничтожены. А потом тыловое обеспечение, это очень важное, что нужно. Ну, знаете, тут, может, как волонтеры выручили. Як кажуть росіяни, нет худа без добра, то власне те, що тилів не було, це дало змогу українцям, нам з вами відчути, що ми якесь одне ціле. І ось ці балони газові, що там, буржуйки, це ми з вами все робили, ну, допомагали армії.
Ну, що таке армія без тила? Ну, ми є тил. Сьогодні, чи були ми тилом? Ну, це було, що народ у нас такий, що іменно кинувся допомагати, все, все. А на самом деле, все, що должно, все розпродали, все уничтожено було. Так, все, що зроблено, назад вороття немає. Да. Говорити про це вже немає жодного сенсу. Ви, повертаючись до Афганістану, до нашої сьогоднішньої теми, нема чим дорікнути вашим отцам-командирам? Все правильно робили? Завжди спецназ використовували так, як потрібно? Ну, звісно, нет. Звісно, нет. Всяка школа, це життя. Так, да, звісно, нет. Ну, в то же время, от тут Валера говорив, що наш полк, да, ну, как скажем, процентов 80 личного состава нашого полка, если не больше, по два раза были в Афганистане. Два раза были. Вот он конкретный живой пример, да? Два раза был. Мы с Витей по разу были. Да, да. Вот Валера был два раза. Вот. Так вот, благодаря нашим отцам-командирам, я имею в виду от нашего масштаба, да, был такой командир полка Апрелкин Владимир Иванович, он когда к нам в полк пришел, мы летали с двух аэродромов. Ми-8 были в Александрии, Ми-6 не было взлетной полосы. С канатовским полком он через командование, через штаб округа договорился, и две эскадрильи летали еще до Афгана, летали здесь. Подготовили всех летчиков, командиров до уровня первого класса. И только благодаря этому наш полк понес минимальные потери со всех вертолетных полков Великого и Могучего Советского Союза, минимальные потери. И то, что Валера говорит, это повезло, везение, Валера, это мастерство. Это техника пилотирования, мастерство. А то, что тебя, вот ты летишь, вот Ил-76, его могли бы не сбить. Или летишь на вертолете. Вот я вчера разговаривал, вот когда вчера было замкомандира полка, у нас Иван Федорович... Так ты хочешь сказать, что 51-му гвардейному полку всем везло, да? Ну... Так получилось. Нет, я не согласен. Вы часто мастерство, в таких умовах, у горах Афганістану, ось тут, ви кажете, знімаюся. Підготували льотчиків до першого класу. Да. Але можна підготувати до вищого класу, але ось тут, в степу, потім полетіти в Афганістан і спробуйте це зробити, де на плато треба піднятися, а там мінус 20, а тут плюс 20. Інша умова абсолютно. Я вам приведу такий примір. От ви на автомобілі їздите? Так. От якщо ви нормальний водитель, вам дать автомобиль, допустим, там «Жигуль», а потом дать вам «Мерседес», ну, 15-20 минут. Это день, пускай. Адаптация. Два, да. Валера, вы поняли. 15-20 минут. День это... Але не тоді, коли по тобі стріляють, да, і ти можеш Петра померти будь-яку. Єгоровича там треба несколько лет, поймаєш? Ну, а для нормального чоловіка – це 15-20 минут, щоб поймати, де там тормоз, де, как бы, і він поїхав. Може і так. Хай так буде ваша правда. Ви там Якщо екіпаж підготовлений, так як положено підготовлений, а не на бумажці і не від фонаря це все зроблено, він підготовлений. Так, да, будь-яка задача під силу. Ну, я скажу, що в Афганістані вертольотчики були підготовлені дуже, тому що мені 2 роки з ними приходилось воювати, і в таких ситуаціях буває, де дійсно ребята виконували. Піднімаються на 6 тисяч метрів, щоб Стінгера не достав. Тріщить по швам, а летить, виконує задачу, говориться, все це. Давайте подивимось фрагмент з документальної стрічки. Вона має назву «Операція Південь». Зняли її, власне, то олександрійські учасники бойових дій в Афганістані. Головні герої – вертольотчики військової частини 2269, безпосередньо учасники тих подій, згадують найдрібніші епізоди, пов'язані із їх перебуванням безпосередньо в Афганістані. Вони сьогодні пам'ятають імена керівників операції, бойові накази і виконані завдання. Ми попали в Кандагар. Кандагар – молодий 30 років командир ескадрилі і молодий командир екіпажей по 25 років. Протягом півгодини автори наводять чимало фактів, які по хвилину реконструюють події більше ніж 30-річної давнини. Особливо вражає кількість документальних фото, що збереглась у особистих архівах олександрійців. Кожне з них тепер не лише частина життя власників. Це сторінка історії військової частини і загальної історії тисячі родин українців, яких так чи інакше зачепила операція «Юг». Це пам'ять опять.
не дает мне покоя, и бессонниц глаза не дают мне уснуть. Хотів запитати, яка мета, а тепер просто розумію, що це просто пам'ять. Пам'ять для себе, для рідних, для близьких, для всіх нас. Про те, що було тоді 28 років тому. І знаєте, я скажу, що вам було тяжче, коли ви повернулися. Тяжче адаптуватися, тяжче повернутися до мирного життя, хто був не кадровим військовим. Тому що сьогодні прочитав статтю психолога американського, який працює з американськими військовими, а ми знаємо, ось, у нас був акція ось 22 віджимання, так, коли на честь того, що 22 військовослужбовці Сполучених Штатів гинуть щороку від самогубств після участі в військових конфліктах. Так ось, про що мова? Вам, мені здається, ніхто не допомагав. А тут головна запорука якісної адаптації – це підтримка суспільства. Підтримка рідних, підтримка знайомих. Коли тебе хочуть зрозуміти. Зрозуміти однозначно не можна. Тому що, що думають військові? Їх може зрозуміти тільки той, хто був там. Хто воював, хто бачив смерть. Відповідно, тут, на мирній території, їх не може ніхто не зрозуміти. Але ми, тобто суспільство мирне, ми можемо їм, можемо їх підтримати і гарантувати, що ми хочемо вас зрозуміти. А ось вас чомусь, мені здається, тоді мало хто розумів. Особливо 89-й, 91-й рік, коли Союз вже розвалився. Да. І у нас тоді не було ні психологів, ні волонтерів, нічого. Були комісари, як ви кажете, ми, було багато. Да, ми об'єднялися в общественні організації і вирішали свої соціальні питання по жилью. По именно трудоустройству, вопросы по медицине. Это мы именно сами это все раскручивали и решали. Сейчас, наоборот, сейчас, пожалуйста, все это дело то, что, да, когда был великий и могучий Советский Союз, тогда как-то было немножко проще с этим делом. Вот. Ну, во-первых, никто там ни с кем не сюсюкался, как сейчас там. Но мы сами объединялись, сами решали много вопросов. Ну и государство от нас не отворачивалось. То есть наша страна от нас не отворачивалась. А когда распался великий могучий Советский Союз, и, допустим, те же люди, которые с партийными билетами сидели в райкомах, горкомах, потом они быстренько прозрели почему-то, да, вот, и приходишь к нему, он говорит, там по жилью или еще кому-нибудь, ну, а я тебя туда не посылал. Было такое. Да, так вот, да, что да. Самое обидное и досадное, что будет от это с этими ребятами. Уже сейчас проскакивают некоторые, да. По земле. Питання є, але погодьтесь, да. Раніше, ну що сказати, телебачення було іншим. Чи журналісти були іншими. Ми про це говоримо сьогодні відкрито і просто наполягаємо на тому. Ми просто зачепили там за один земельний конфлікт учасника бойових дій, вірніше, ну, учасника АТО. Ми його довели до кінця. Питання в іншому. Ви залишались самі, а сьогодні наче принаймні суспільство, ну, декларує, що воно готове підтримати цих воїнів. Є в цьому відмінність? От я думаю, що є. Та дай Бог, ми ж тільки за. Дай Бог. Ну, щоб це не... Це поки йде війна, поки підтримують. Те, що я говорив, да. Да, от Валера правильно говорив. От поки йде війна, поки підтримують. Хоча вже зараз іноді проскакують, особливо в чиновників наших всяких ранг, вже проскакують це діло. І телевидение – це огромне діло, плюс ви робите дуже багато. Да, дуже багато. Ну, смотрите, по телевидению каждый день показывают, браслеты одевают прямо в кабинете министров и так далее и тому подобное. А возы ныне коррупция, там. Коррупция. А кого посадили? Никого. Да, а возы ныне там. Вот смысл в чем? Говорить можна много. А кого посадили? Ви шукаєте сенс в тому, що відбувається, так? Тобто, ну, ради чого все це, так? Правильно. Ради а коли чого? Говорити про Афганістан, який сенс там був? Який сенс ви знайшли для себе? Ну, крім того, що наказ, крім того, що партія сказала. В то время как-то особенно в это время не задумывался. А сьогодні? Сказали, что теперь... Після 28 років. Ну, то... Ні, багато хто з афганців, я перепрошую, вони скажуть, так, це було не потрібно, а воно так і є, відверто кажучи. Але для себе, в душі,
Треба якось пояснювати свої вчинки. Ну як, визнати те, що я був там, скажімо, день мені не треба було бути. Да, кому з нас? Нам приказали. Розумієте, це психологічно дуже важко комусь пояснити. І визнати самому для себе, для своєї сім'ї, для своїх товаришів, сказати, що це не потрібно було. Ну, ми кажемо, що це було потрібно. Але знаєте, чи можна... Щоб не втратити якось в кінці-кінці своє обличчя, а з іншого боку, це дійсно на той час було потрібно. На той час, коли починалося це було потрібно. Це було державне завдання, це була стратегична лінія. Так, була держава, була лінія. Так було потрібно. Діло в тому, що крім Афганістану нас ще посилали і в Германію, і в Венгрію, і в Чехословакію, і в Польщу. І в Анголу, і в В'єтнам, і на Кубу. Посилали. І ми їздили все це. Совєтники в 25 країн їздили. Тому в даному випадку ми, як люди воєнні, знали, куди ми йдемо. Мы выполняли тот воинский долг, который приказывали. Не было такого разговора, не поеду. А не поедешь, значит, иди гуляй. Тоже Чернобыль. Тревога. А что такое? Где-то что-то горит. Даже не сказали, что. Пришел командир, говорил, такие, вперед. Куда, что? Вперед. Кто спрашивал? Прилетели от Чернобыль. Радиация, знаю, что плохо. А кто тебя спрашивал? 22 прохода есть. И мешки, 4 тонны. 22 прохода свободен. Кров брали каждый день. Потом живут, каждую неделю живут, месяц, раз в месяц, в Александрию живете там. То есть кто с тобой живет? Надо, а потом уже разбираться. Як думаєте, сьогодні ситуація от може повторитися на кшталт того, що було в 79-му році? Ну, розуміло, що Україна не Радянський Союз, такого гіганта ну, вже не існує в принципі. Навіть сьогоднішня Росія – це не те, що було колись, за воєнною міцю, я маю на увазі. Афганістан в тому чи іншому вигляді сьогодні можливий? Він вже повторяється. Донбас, Крим, Донбас, він вже повторяється. Да? Ні, я просто хочу сказати, що Крим і Донбас – це наша земля. Я розумію. А Афганістан, коли ну, це десь кудись ми їдемо і щось там робимо, в даному випадку… Ні, можна провести аналогію. Великий СССР, Великий СССР і той же Афганістан. Так же саме, вони так же заколотилися. Так же саме і Росія, ще час, от і гібридні війни… Можна провести аналогію, 100%. Це маловероятно вже. Ну, щоб, іменно, щоб, допустим, наші люди, я маю наші воєнослужащі, да, їхали куди-то там, я не знаю, в Гвінею-Бісау, чи племя Тумба-Юмба, там кого-то відновлювати, чи кого-то підтримувати, маловероятно. А я не виключаю такого. Тому що треба думати про державу нашу Україну. А щоб була держава сильна, треба мати позиції в різних точках світу. Треба бути гравцем в цьому світі, так? Так, звичайно. А гравцем це участь у збройних конфліктах означає. А щоб бути гравцем, треба десь мати свої позиції і в Африці, і ще десь. А позиції здобуваються різними шляхами. Значить, я завжди говорив... І тому я не виключаю таке, що може... Я завжди говорив і говорю, що внешня політика, підчеркую, внешня політика, это бесплатное приложение к внутренней политике. Вот когда мы будем иметь мощную экономическую страну с достойной зарплатой, с достойной жизнью. Вы возьмите Швецию, да? Нигде не воюет. Но самый высокий уровень жизни, самый высокий ВВП на душу населения. Да. Там не было три войны за столетие. Да, знаете, то, что, первое, что первично а курица или яйцо. Я скажу вот что. Что вот это сейчас, что самое главное надо делать, это совершенствовать армию, оружие иметь хорошее. Почему? Потому что мы видим агрессивную сущность России и не должны забывать, что только имея хорошую армию, хорошо вооруженную армию, обученную, мы можем гарантировать безопасность. И в данном случае нам в этом плане надо работать. Я сподіваюсь, что таке розуміння є у більшості українців, в тому числі у керівництва і Міністерства оборони, у президента. Тобто ми рухаємось, ми ще на шляху до того, як ви кажете, до нових зразків зброї, до абсолютно переформатованої армії української, сучасної армії. Ми на шляху, але ми рухаємось. 28 років тому було виведено контингент радянських військ з Афганістану. Власне, ми почали з цього, а закінчили такими сучасними моментами. Я дякую вам, що ви прийшли. Я дякую вам, що говорили відверто. Це було так, що ми. І вам спасибо.